Здравствуйте, друзья! В этом ролике я хочу рассказать вам о том, сколько получают разные видеоблогеры в разных странах. Ну, по крайней мере, средний доход. Итак, захожу в менеджер видео, и вы сами потом сможете, если у вас есть канал с подключенным AdSense, убедиться. Сейчас я вам расскажу, как это сделать. Итак, приступаем. Как видите, я сейчас зашел в менеджер видео, и далее мне необходимо выбрать YouTube Analytics. Ну а далее выбираем эффективность объявлений. В России ориентировочная цена за 1000 показов, видеореклама 1 доллар. Вы как видите, здесь вот тоже ориентировочная цена за 1000 показов 1 доллар. Дальше идут страны Казахстан и так далее. Давайте, как видите, здесь выбрано местоположение, я нажму, чтобы было выровнено по вот этому показателю. И как видите, сверху самые дорогие, средняя ориентировочная, самая дорогая средняя ориентировочная цена за 1000 показов, это 56 долларов 70 центов в Ирландии. Потом идет Саудовская Аравия, Норвегия и так далее. Панама, ну и Соединенные Штаты 17 долларов. Напомню, что у нас примерно 7, то есть если, ой, примерно 1. Если мы зарабатываем, скажем, 1000 долларов, то за такое же количество просмотров в США человек заработает 17 тысяч долларов. Согласитесь, это неплохая такая разница. А потом смотрим Чили, Монголия. Неожиданно выбилась Монголия. Не знаю, может это ошибка. Швеция, 14 долларов. Португалия, Австрия, вон, Венгрия, Германия, Ирак тоже удивительно, да, Израиль 8,5, Чехия, Сербия, ну вот хоть славяне здесь 7,8 долларов. Так, Великобритания тоже 7, удивительно, что у Великобритании такой невысокий показатель. Далее Финляндия, Аргентина, Эстония. Но самое удивительное, что уже приближаемся к 5 долларам, и давайте посмотрим, кто же ближе всего к нам, к 1 доллару. А, как видите, вот внизу 1 доллар. Итак, это Беларусь, Россия, ОАЭ, Хорватия, Киргизия, Латвия. Ну, эти все республики, я не знаю ОАЭ, что это, честно скажу, но Киргизия, Беларусь, страны, Латвия, страны СНГ. А Молдова тоже страны СНГ, Азербайджан. И у всех примерно, ну даже у них, видите, у Азербайджана даже больше, чем и у Молдовы, чем в России, что вообще очень удивительно. В Китае 2 доллара, что почти в 2 раза больше. Ну вот Франция, почему-то 2,3 у них доллара, интересно. Греция тоже недалеко ушла, всего лишь 4 доллара, но это 4 раза больше. Колумбия, Бельгия, Грузия, непонятно почему Бельгии 4, и непонятно почему Канада 4,5 тоже. Ну и Турция 5 тоже. Собственно, можно посмотреть, конечно, в конце списка, кто там находится. Я перешел в конец, и, как видите, Алжир, Таджикистан, Филиппины, у них вообще 1 цент, 2 цента за 1000 показов. Это вообще, на мой взгляд, очень жестоко. Ну и еще посмотрим. Так, Перу, Тунис, Македония, Тайвань, Гонконг, известный регион, Бразилия, Люксембург, Вьетнам, Австралия. О, у Австралии, смотрите, какой маленький показатель у Австралии. Значит, и у Украины полдоллара, тоже совсем небольшой. Кстати, многим может быть интересно, сколько Украина, и как видите, вот полдоллара. Вот, собственно, и все, друзья. Надеюсь, вам видео было полезно. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.